Добрый день, дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на моем канале. Меня зовут Марина, я бьюти-эксперт по уходу за собой, wellness-предприниматель, партнер компании Siberian Wellness. Я помогаю девушкам выглядеть хорошо в формате 3D. Изнутри, снаружи и с помощью нашего эмоционального состояния, потому что я точно знаю, что только все в комплексе работает и дает свой результат. А у меня сегодня пустые баночки. Я прежде всего поздравляю вас с весной. Я так рада, что пришла весна, календарная, хотя бы календарная. Пускай у нас за окном еще нет такой прям весны, если у вас есть еще и метеорологическая, ура, я вас поздравляю, я очень рада за вас. У нас пока только календарная, за окном еще снег, пасмурно, хмуро, но меня это очень радует, что хотя бы она наступила. Я обожаю весну, обожаю время пробуждения, расцвета, появления каких-то новых знаний, эмоций. Для меня весна – это возрождение всегда, поэтому люблю весну, и закончился февраль, соответственно, накопились баночки за целый месяц. Я напомню, что я раз в месяц заканчиваю баночки, мы их все вместе с семьей собираем, никто не понимает, зачем мы собираем этот мусор. Но мы собираем этот мусор для того, чтобы я записала в итоге видео. Чем пользовалась моя семья? Поделилась, рассказала. Итак, поехали прямо сейчас вот, с этой маленькой коробочки. У меня тут две коробочки. Начну с вот с этой. Так, здесь у меня вот такая коробенька. Коробочка. Здесь был набор иммунитет и восстановление. Биологически активная добавка витамин С и рутин и биодоступный куркумин. Все это можно купить по отдельности, продается отдельно. Сейчас я пью куркумин как раз-таки. Отдельно коробочки, пластинки и витамин С рутин тоже продаются в баночке, капсулке. Ну вот, здесь было вот в таком виде. Сейчас, по-моему, тоже такой наборчик есть. Набор получается дешевле, чем купить каждый по отдельности. Пластинки были, вот так вот выглядел. Здесь у нас куркумин и витамин С и рутин. Для чего куркумин? Куркумин – это на самом деле хороший, мощный антиоксидант, он полезен для кишечника, для всего нашего организма и полезен для нашей кожи в том числе, потому что, поскольку как антиоксидант идет, он омолаживает кожу, оздоравливает кожу, защищает. То есть я говорю, что все, что мы принимаем вовнутрь, несет важное значение и для кожи лица в том числе. Поэтому почему я вначале сказала, что я работаю в комплексе? Я не говорю о том, что можно приобрести какой-то супер-классный крем и быть при этом красоткой, даже если крем при этом, не знаю, там с кристаллами какими-то, с бриллиантовой крошкой и так далее, но с золотом невозможно, понимаете, если при этом не заботиться о себе изнутри. И витамин С и рутин. С витамин – это наш иммунитет, это тоже антиоксидант, а рутин, он полезен для циркуляции крови, для предотвращения тромбоза и так далее. То есть для это улучшения венотока для сосудов и для сосудов в том числе. Пропила, сейчас я и то, и другое пью, но уже отдельно. Отдельно потом покажу. Так, затем, тут у меня позаканчивались, сразу отсюда возьму, мармеладки. Жевательный мармелад Beauty, обожаю мармелад, я не ем вообще сладкое в принципе, то есть все эти конфеты, шоколадки, там, зефиры, что-то еще я не ем, я не могу, для меня это слишком сладко, я даже сейчас говорю, у меня аж сводит челюсть от такой сладости, просто мне невкусно, но что-то иногда перекусить хочется. Фрукты сейчас какие-то пластиковые, честно говоря, ну, правда. Съешь, и ты понимаешь, что это ты сочности яблок. Но весна, откуда взять хороший фрукт? Да? Поэтому такие мармеладки – это прекрасная замена. Что у нас здесь? Облепиха и пряная корица. Представляете, в 4 мармеладках 320 миллиграмм коллагена. Затем вот такой мармелад. Это иммуномармелад, натуральный жевательный иммуномармелад. Содержит цинк и куркумин. Цинк для иммунитета, куркумин тоже антиоксидант. И бьюти-мармелад. Этот мармелад мой самый любимый, потому что он, знаете, он еще с небольшой такой кислинкой. Если взять вот этот мармелад с облепихой и пряной корицей, он сладенький. Но здесь нет сахара вообще, сразу говорю, здесь нет сахара, но здесь он сладкий. А вот этот мармелад, он с кислинкой, без добавленного сахара, тоже искусственных ароматизаторов, красителей, трансжиров, бьюти-десерт. И для волос и кожи в трех мармеладках содержится 100% норма
биотина. Биотин для наших волос и ногтей, представляете, для нашей кожи. Вообще потрясающе. Кстати, что касается замены сахара, кто часто говорит, вот сахарозаменитель, но это тоже так себе замена, это может быть временно. Я помню, заменяла сахар именно сахарозаменителями, когда я переходила с сахара на вообще без сахара. Поэтому тоже такое себе, поэтому лучше брать какие-то натуральные. Так, идем дальше. А, вот у меня закончился ИПАМ 31. ИПАМ – это синергетик третьего поколения. Здесь комплекс, есть база. И каждый ИПАМ он направлен на что-то. То есть основа здесь у нас прополис, маточное молочко, и затем идут различные травы. 31 ИПАМ – это противофиброзный. То есть если есть какие-то там, кисточки, связочки, наросты какие-то в организме, где-то чего-то такое. Вот как раз этот ИПАМ, конечно, нужно принимать длительно, но это работает, масса отзывов. Сейчас тоже пью, буду пить до лета включительно, каждый день. И потом, надеюсь, что будет результат, я с вами поделюсь, да, пока не заявляю. Угу. Вот такое закончилось у нас. Витаминки для глаз. Это детская серия Витамама, но дети у меня взрослые, вы знаете, у меня нет малышей дома. Здесь можно и для взрослых в том числе, для глаз, для защиты зрения, потому что мы все находимся, ну и дети в том числе, находятся очень много в гаджетах, в различных гаджетах. Дети вообще, мне кажется, безвылазно сидят в них, и компьютеры сейчас, и у нас, например, и все это вот у сына, у него в старшей школе, у них документы оборот, дневник, все тоже в электронном виде, задания даются в электронном виде. То есть хочешь, не хочешь, он будет сидеть в компьютере, в телефоне и так далее. Ну и плюс еще для себя, конечно же. 90 жевательных таблеток с черникой, с лютеином и зеаксантином. Они вкуснючие. Я сама пробовала. Вот такая баночка. Здесь уже ничего нет. Ай, пахнет черника. Вот знаете, просто вкусная черника. Конфетка. 3 дрожжи в день для защиты зрения. Ай, тут у меня... Ой, тут их целых 3. Целых 3 вот таких пузырька. Это спрей, антибактериальный спрей с гидролатом лаванды чайного дерева против различных грибков, в том числе кандиды. Вообще этот спрей для интимной гигиены. Но я знаю, что девушки пользуются, когда ходят в бассейн, обязательно наносят, да, и до, и после бассейна, на ногти, защитить тоже ногти, либо поработать с проблемой. В данном случае у меня пользуется сын. Он использует для воспалительного воспаления кожи, подростковые, именно там, где есть гнойнички. Не просто прыщик красный, а именно гнойничок. Прекрасно схлопывается вот этот вот гнойничок. То есть, знаете, как будто бы вот он есть, а потом раз, и как будто бы он сварился. То есть, ну, убивает на самом деле, работает замечательно. Вот сейчас просто большое количество, поэтому таким долго работаем. И здесь у меня позаканчивались... А, это тоник. Тоник для лица антиоксидантный с морской водой, гидролатом цветков доника и липы. Легкий очень тоник. Тоник – это у нас средство после очищения. То есть мы сделали демакияж, затем очищение кожи, и затем обязательно наносим тоник для того, чтобы убрать остатки декоративной косметики. Может быть, очищающего средства. Да? Но декоративная косметика вряд ли, потому что был демакияж, потом очищение. Может быть, очищающего средства. Плюс возвратить pH кожи, разрушенной водой. Смягчить. Особенно если у вас вода плохая. Например, как у меня. Я сегодня открыла кран, а там же чуть-чуть оранжевая вода. Это ужасно на самом деле. И, конечно, такой водой не умываешься, но в любом случае на руки и так далее наносится тоник. Успокаивает, защищает, смягчает, просто делает кожу увлажненной, ровной. Обожаю этот тоник, здесь нет никаких масел, да, вы сами понимаете, тоник, он без масел, и хорошо восстанавливает. Так, и вот такой комплект, это шампунь, обожаю наши шампуни, слушайте, я влюбилась, без парабенов, силиконов и так далее, без всего-всего-всего. Ой. Увлажнение. Данная серия, ведь тут уже обрезала, выковыривала, с гиалуроновой кислотой, увлажняющий шампунь и кондиционер. Также здесь содержится депантенол, который хорошо ухаживает за волосами, разглаживает, защищает от повреждений, защищает от ломкости, потому что гиалуроновая кислота, она когда, допустим, когда уже... Ну, шампунь, мы моем кожу головы, да, хорошо тоже увлажняет кожу головы, потому что кожа головы часто... уделяют меньше внимания. Мы вроде бы очищаем
лицо, там руки, еще что-то. А вот кожа головы меньше внимания. Но там то же самое, там работают сальные железы. Также все это засоряется, забивается. И, соответственно, ухудшается дыхание клеток. Хуже растут волосы. Тоже нужно очищать и периодически делать пилинг кожи головы специальный, конечно же, для того, чтобы улучшить клеточное дыхание, улучшить рост волос и укрепить их. И мы, когда моем кожу головы, да, наш шампунем, гиалуроновая кислота работает с кожей головы, увлажняет кожу головы, убирает вот этот вот зуд, может быть, какой-то, неприятное ощущение. Потом этот шампунь стекает по волосам, заботится, да, вот по полотну волос. Затем наносим кондиционер увлажняющий. Гиалуроновая кислота разглаживает волосы, распрямляет волосы. Они становятся ровными, гладкими. Да, вот такое вот полотно ровное, сияющее, увлажненное. Волосы просто потрясающе выглядят. Так, здесь у меня все. Здесь у меня все. Сейчас перейдем ко второй коробочке. Не думайте, это же еще не все. Так, поехали дальше. Ой, не растерять это все. Прям сверху начинаем. Что у меня здесь? Здесь у меня лютеин и зеаксантин. Это капсулы. Вот такой вот блистер. И здесь капсулы. Это для глаз, как вы сами поняли. Для глаз, для защиты зрения, для немножечко, да, снизить вот это воздействие, опять-таки, гаджетов. Растительный комплекс, источник натуральных светофильтров, лютеина и зеаксантина. Не снижает негативное воздействие яркого света на сетчатку и предотвращает дегенерацию. Так, это у меня пьет муж. Это у меня пьет муж, сам, как говорится, напросился. Так, крем для лица увлажняющий серии Endemix с комплексом экстрактов ели черной, березы желтой, клена красного и сосны Банкса. Вот. Это пользуется у меня дочь, у нее свой уход, она сама себе подбирает. Это пользуется этим кремом, она пользуется с утра. А вот таким кремом с бета-каротином и омега-кислотами она пользуется вечером. Сейчас достану, ну, тут, в принципе, только коробка. Вот у меня как скрывает дочь. Смотрите, вот, видите, так все разрезает, там все вымазывает. Легкий крем, увлажняющий. Увлажняет кожу именно для увлажнения. То есть ей работать с какими-то морщинами и так далее не нужно в ее возрасте. Она увлажняет, улучшает текстуру кожи, укрепляет эпидермис, дарит сияние, свежесть, комфорт, даже самую сухую и атопичную кожу. Вот этот вот этот крем. А она начинает наносит из этой серии тоже скрытый. Пахнет облепихой. Ой, я обожаю эту серию. На самом деле у меня крем для кожи вокруг глаз есть из этой серии. Он несет именно такое увлажнение, питание кожи. Здесь омега-3, 6, 7, 9 кислоты. Представляете? Да, омега-3, 6, 7, 9 кислот, натуральный бета-каротин, который защищает кожу от преждевременного старения, наполняя антиоксидантами, возвращая упругость, сияние и молодость. Он немножечко... Здесь содержится, вот почему пахнет облепихой, здесь содержится масло облепихи, источник омега-7 кислот, плюс облепиха богата витамином С. Мы знаем, что облепиха очень богата этим витамином, соответственно, это антиоксидантная защита, это и сияние кожи, а более ровный тон кожи, да, немножечко такое осветление. Конечно же, не будет осветлять, прям работать с пигментными пятнами, но все равно сияние кожи. Мы, если пользуемся постоянно, это дает накопительный эффект. Он немножечко пожирнее, поэтому этим кремом она пользуется вечером, а увлажняющим с утра. Он легкий, быстро впитывается, хорошо разглаживается, и потом она может уже дальше своими делами заниматься. Еще одна серия у нас закончилась. Говорю у нас, потому что пользуемся все. Мы, я, дочь, не знаю, сын, наверное, не знаю, чем он пользуется. Так, а вот такая серия тоже. Ой, вот это вообще серия потрясающая. Слушайте, даже вот сейчас тут открыто просто. Запах просто шикарный. Янтарная кислота и фитокератин для объема волос. Меньше жирности, выше плотность, больше объем, сохранение укладки, свежесть на целый день. Янтарная кислота. Я думаю, что сейчас вы про нее наслышаны, потому что очень много, они говорят, сейчас ее пьют вовнутрь. Это хороший антиоксидант. Это для организма в целом полезно. Что же она дает нашим волосам? Она, допустим, если мы берем кожу головы, хорошо успокаивает кожу головы, увлажняет, способствует восстановлению волос, улучшает дыхание клеток. Фитокератин распрямляет волосы, разглаживает,
Смотрите, здесь растительный кератин заметно увеличивает объем, формируя эффект густых волос. Повышает, да, потому что обволакивает каждый волос, да, вот эту структуру волос обволакивает, и волос как будто бы больше, они более плотные становятся. Повышает эластичность волосевого стержня. Тоже очень важно. То есть убирает вот эти препятствия, как заломы, да, чтобы не ломались волосы. Способствует снижению ломкости, уменьшению жирности кожи головы. Не утяжеляет волосы, помогая им сохранить прикорневой объем в течение дня. Янтарная кислота, растительный кератин из риса и семян конопли, масло льна, молочная кислота, питаин, экстракт шалфея, тимьяна, клевера и другие экстракты сибирских растений. Богатейший состав. Я обожаю наши шампуни Siberian Wellness. На самом деле они просто потрясающие. Ухаживают, дают гладкость питания. Нет никаких силиконов, которые будут высушивать, наоборот. Так, идем дальше. Омега-3 и ликопин. Тоже такой комплекс был. Это ликопин предотвращает окисление. Окисление – одна из причин возникновения атеросклероза. То есть это для, ну, вообще омега, да, нужна нам для сосудов, в частности, это очень важно для сосудов, чтобы они были проницаемы, чтобы они хорошо работали, чтобы не было никакой закупорки. Это как раз-таки ликопин тоже, да, атеросклероза оказывает антиоксидантные действия. Тоже капсулки. Специально оставляю вот такие блистеры, чтобы вы понимали. Здесь было их две, да, ну, потому что каждые 15 капсул и 30 капсул. 30 капсул в упаковке по одной капсуле в день во время еды, соответственно, упаковочка на один месяц. Что касается лютеина и зеаксантина, тоже по одной капсулке в день во время еды на месяц упаковку. Так, и вот, ой, это я полюбила, слушайте, это антиоксидантный бустер, комплекс куркумина, биофлавоноидов и пиперина. Куркумин, еще раз, да, я вам рассказывала, в зеленой коробочке я пила куркумин здесь и куркумин, и цитрусовый. Выглядит вот так. Сейчас я открою. Ой, с ногами чуть не вылетело. Вот такой вот пузыречек с пипеточкой, с дозатором. Очень удобный. Это сочный такой, знаете, яркий всплеск цитрусовых. Это очень вкусно. Это прям, знаете, куркумин не чувствуется, нет никакой тут вкуса куркумы, потому что все здесь перекрывают яркие цитрусовые. Здесь очень много бифлавоноиды цитрусовые для антиоксидантного действия. То есть куркумин у нас идет как антиоксидант мощный. Цитрусовые идут тоже антиоксидантное действие. Обновление на клеточном уровне. Но экстракт черного перца, он усиливает вот это усвоение компонентов. То есть это такая яркая энергия. Для чего? Для чего? Для, конечно же, для иммунитета, для энергии, для бодрости. Плюс куркумин. Куркумин полезен для кишечника, потому что в кишечнике, а я уже рассказывала, повторюсь, может быть, кто-то не слышал, но если кто слышал, прослушайте еще чуть-чуть. Смотрите, куркумин. У нас кишечник, да, нужно биобактерии, нам нужны, да, у нас пребиотики, чтобы кишечник был здоров и так далее. Но очень важно в кишечнике еще вот это вот слизистое, которое защищает наш кишечник. Я думаю, что вы слышали про синдром дырявого кишечника. Очень много об этом говорят, проницаемость высокая. Так вот, куркумин – это один из компонентов, который заживляет, который восстанавливает наш кишечник. Ну а кишечник – это вообще наше здоровье, это наш иммунитет. И поскольку я как бьюти-эксперт, не могу не говорить о том, что здоровый кишечник – это красота кожи в том числе. Поэтому от того, что происходит у нас в кишечнике, зависит и наше здоровье, наш иммунитет, и в том числе наше лицо. Наше лицо. И не только это прыщи, но и какие-то пятна, и сухость, и шелушение. Это тоже кишечник. Понимаете? Поэтому очень важно заботиться. Я тут пропиваю периодически комплекс. Он очень вкусный. Ну и, конечно же, это иммунитет. Иммунитет нам очень нужен, да, поскольку зачем? Зачем болеть? Зачем болеть, когда все болеют, а мы будем с вами здоровы. Поэтому пейте продукцию Siberian Wellness, и будете просто здоровыми, счастливыми, красивыми, самыми замечательными, потому что это помогает. Конечно же, все это, знаете, как пролонгировано. Нельзя сказать, что вот выпила вот эту вот баночку, и я буду здоровой. Ну нет, конечно же. Постепенно все нужно восстановить. Если мы возьмем, например, даже то же самое лицо, когда девушка говорит, вот я помазалась 3 дня кремом, я не видела, чтобы морщины разглаживались. Ну,
морщины зарабатывались годами, то есть неправильным уходом, неправильным образом жизни, и мы хотим нанести крем и за 3 дня убрать морщины. Но не бывает так, понимаете? Есть, конечно же, маски, которые нанесла на лицо или крем, например, нанесла и хоба, разгладилась. О чем это говорит? О том, что в этом креме либо в маске есть силиконы, которые заполняют вот эти пустоты, понимаете? Они заполняют, и, соответственно, все разглаживается. Но силикон, он очень вреден. Такие маски, такие кремы можно использовать как вау-эффект, если у вас, не знаю, сценическое выступление. Вы выходите на сцену, вам нужно быть вау, красотка, да, потому что в живом выступлении там нет никаких фильтров, вы должна выглядеть молодой. Вот вы наносите этот крем, у вас все разгладилось, все начинилось, потом вы смыли крем, у вас опять все вот так вот скукожилось. Я за то, чтобы ухаживать за собой в комплексе постоянно, без перерывов, без выходных, потому что мы живем каждый день, клетки появляются каждый день, питание клеткам нужно каждый день, а не раз в неделю, раз в месяц или по нашему настроению. Все, высказалась. И вот как раз-таки витамин D. Витамин D, от него зависит очень много. Вообще состояние нашего организма. И даже вернусь к коже. Часто какие-то пятна на коже, сухость шеи. Бывает, что не в порядке работает витамин D. Проверьте. Я пью чистейший витамин D, состоящий из двух всего компонентов. Здесь витамин D и чистейшее МСТ-масло. Удобно дозировать. Вот такая вот пипеточка. То есть мы набираем пипеточкой и пьем витамин D. Важно всегда. И летом в том числе. И летом в том числе. Потому что, чтобы получить витамин D солнцем, должны быть определенные условия. Это сказала не я, это говорят врачи, врач-эндокринолог. Вот. Поэтому я никогда летом витамин D не пила, за что врач меня отругала. Теперь я пью витамин D летом. Так. Мой любимый крем Body Lab серия, укрепляющий, моделирующий крем для тела, который подтягивает, разглаживает. Я этот крем использовала для шеи и зоны декольте, для того, чтобы подтянуть эту область. Да, вы знаете, что я работаю с шеей, зоной декольте, для того, чтобы шейка была ровной, для того, чтобы ничего не опадало, на постоянной основе. Вот такой крем был, он очень, он шикарный. Его также, вообще для всего тела, то есть именно формирующий, укрепляющий, он улучшает лимфодренаж, циркуляцию крови, то есть да, такой лимфодерматический эффект, немножечко охлаждающий такой есть, улучшает лимфоток. Я чисто вот сюда наносила, делала массаж по нему, именно зоны декольте. Сейчас у меня другой крем. Ну, есть еще в запасе, кстати, такой. Закончится, вернусь к нему. Мне он больше нравится. Мама Бокс, я пропила серию. У нас есть 3 бокса из серии Мама Бокс. Есть вот этот вот здоровая мама, как я его называю. Это просто для женщин. Есть Мама Бокс беременность, есть Мама Бокс грудное вскармливание. Отличаются составом. Здесь две... Здесь пакетики. Не оставила, по-моему, пакетиков. Да, я не оставила пакетиков, но пакетик саше. И там капсулки. Витаминка, витамины, минералы и омега-кислоты. Все, один раз в день пьется, удобно брать с собой. Если, например, вы не можете с утра выпить такое количество капсул, да, например, ну вот вода уже не лезет больше, можно брать с собой, например, где-то потом выпить, да, вода есть сейчас везде, выпить эти капсулки. Это просто для женщин, потому что повышает активность, энергию, состояние кожи, волос. И здесь вот такой вот состав, смотрите, это все состав. Я не буду перечислять, все это можно, в принципе, посмотреть на сайте. Если вам нужно более подробно что-то, вы можете написать мне личное сообщение в Telegram, я вам дам более подробную информацию, да, что-то может проконсультировать, какие есть еще боксы, как подобрать и так далее. Потому что у нас есть возможность связываться с врачами, с экспертом для того, чтобы скорректировать где-то, да, что-то может быть по показаниям и так далее. Так, здесь, это магний мой любимый, да, но я уже, вы знаете, что я просто постоянно на магнии. Магний – это минерал спокойствия, и магний нужен и нашей коже лица в том числе, как-нибудь даже расскажу об этом более подробно. И мышцы расслабляют. Мышцы расслабляют ткани, успокаивает. И здесь еще дополнен растительными компонентами для хорошего самочувствия. И смотрите, дефицит магния сейчас практически у всех, потому что со стрессом, то есть только стрессанули, уровень магния в организме падает. Ну а без стресса мы не можем жить, согласитесь. Где-то что-то переживали, пострессовали, вот он, пожалуйста, все попадало. Крем, еще один крем, это крем для проблемной кожи с биодоступной серой, пребиотиком и экстрактом магнолии. Этим кремом у меня пользуется сын, тоже тут, смотрите, разрезано, вырезано все, верхушка где, не знаю. Вот, крем для проблемной кожи, так,
высокая концентрация биодоступной серы, выраженные действия против основных причин развития акне, сокращает выраженное несовершенство, пребиотик. Пребиотик, мы знаем, что это корм для полезных бактерий, соответственно, улучшает микробиом кожи, это тоже очень важно, укрепляет естественные защитные функции кожи, успокаивает, снижает выраженность покраснений, раздражений, других дискомфортных ощущений. Подходит также для ухода за жирной и проблемной кожей. Можно наносить на всю кожу, на все лицо, да, например, если у вас жирная кожа, либо наносить точечно, где есть какие-то высыпания, воспаления. Так. Вот такой еще иммунобустер. Это иммунобустер тоже. Видите, вот. Очень удобно. Мне нравятся вот такие, вот такие дозаторы. Здесь у нас, как знаете, у меня подруга сказала, елка. Елка называют, потому что здесь у нас экстракт хвои. Здесь адаптовит, значит, отличного самочувствия, адаптовит и корня. Что у нас здесь содержится? Экстракт с пренолами, пихта, таежный аромат, повышает активность мозга, встряхивает иммунитет, продлевает срок жизни клеток печени. Такой, знаете, мощная встряска для нашего организма. Иммунобустер для этого он и называется, то есть либо для профилактики вирусных заболеваний, либо если вы заболели уже, либо после, для того, чтобы восстановиться быстрее, для того, чтобы укрепить организм, прийти в хорошее самочувствие, помочь нашим клеточкам обновиться и нас защищать. Заряжает долго энергией, резко повышает КПД организма, продлевает молодость и здоровье клеток. Работает как убойная смесь против бактерий, вирусов, токсинов и окислителей. Вот такой вот иммунобустер. Тоже очень интересная вещь. Прям хвоя хвойная. Знаете, такой прям, ох, такой. Даже во рту уже ты чувствуешь взрыв такой. Взрыв хвойный. Классно. Чай. Закончился наконец-таки. У меня один из чаев. Обожаю наши травяные чаи. Это чай «Женская гармония». Что у нас здесь? Пустырник, люцерна, мелисса лекарственная, листья мяты, перечные листья шалфея, трава зверобоя, трава душицы и трава клевера. Вкусный чай. Знаете, вот чай, завариваешь чай, берешь мармеладки, садишься и получаешь удовольствие. Вкусный, без кофеина и помогающий нашему организму. Вот такой вот бедный, вырезанный весь тут без остальных частей, не знаю, где они. Крем для тела был с экстрактом подорожника. Наконец-то он у меня закончился. Я говорю, что кремы для тела сейчас у меня очень медленно заканчиваются, потому что нет сухости кожи. Как раз таки, как я говорю, что все работает изнутри, изнутри наружу. Когда мы насытили свой организм, свои клеточки, нам не нужно тонны крема вымазать. Я думаю, что вы помните, раньше я постоянно показывала и распаковки, и пустые баночки. У меня банки крема уходили. Сейчас видите, вот, пожалуйста, один крем, причем этот крем был, значит, знаете, когда, я не помню, когда, очень давно, не знаю, может, месяцев 5 назад. И вот только-только вот он у меня закончился, тут я его вымазала, разрезала для того, чтобы прямо до конца вымазать. Приятный запах, легкая такая текстура, хорошо распределяется, нет жирности какой, нет пленки, нет маслянистости. Быстро пьется, мне очень нравится здесь аромат, он такой, знаете, какой-то сладковатый немножечко, очень вкусный. Так, что еще? Новамин. Новамин, без него вообще никуда. Это комплекс витаминов А, С и Е, мощный антиоксидант, мощнейший, просто. Это легендарная формула, уже 30 лет этой формуле и зарекомендовал себя. Здесь, знаете, не просто витамин А, С и Е, кто скажет, ой, да я могу купить вот А, вот С, вот Е. Нет, здесь они подобраны специальные формулировки для того, чтобы работать наш организм. И создатели этой формулы получили государственную премию. Представляете, ну это о многом говорит, я считаю. У меня новамин есть дома всегда, обязательно, и просто одна капсула – это для профилактики, для того, чтобы защитить свой организм. Ну, а если заболели, здесь уже совершенно другая формула. И это, кстати, сказала не я, опять-таки, это говорят врачи. Так, и, наконец, последний пакетик, или как у меня сын, когда был маленький, капетик. Это вот такие мармеладки, мармеладка с прополисом и медом. Это мармеладки уже такие, знаете, с целью облегчить состояние горла, когда оно начинает заболевать, либо першит. Они, ну, тут ни одной не осталось, я вам покажу.
что, кстати, очень удобно, что все мармеладки абсолютно, там шарики, они на такой вот замочке, чтобы не высыхали, то есть не нужно какие-то дополнительные прищепки, они коричневенькие, прозрачные, и когда берешь в рот, есть небольшая сладость меда, но в основном, знаете, чувствуется яркий прополис, яркий, сочный. Очень быстро убирает неприятные ощущения в горле, если вдруг, да, ну, появилось такое, что вы чувствуете, ну, чувствуете, что начинается, вот оно пошло, да, сейчас, как говорится, сейчас начнется. Как раз-таки берете, как я делаю, я беру, раскусываю немножко и начинаю рассасывать для того, чтобы по полости рта везде попало, хорошо подействовало, тихонечко глотаю. Можно прям носить во рту и, знаете, немножко так рассасывать, разминать языком, работать, то есть на то, чтобы это все подействовало, да, оздоровило горло, убрало вот эти приятные ощущения, поработало с вирусами, ну и вообще укрепило иммунитет. Кто ел когда-то чистый прополис, я помню, у нас были вот такие, знаете, шарики, прям у нас друзья, которые занимаются медом, нам давали тоже вот такие шарики прям прополис, я помню, отщипывала, детям давала, и когда они эти так были поменьше, маленькие были, и сейчас, когда едят вот эти мармеладки, то, мам, это же прям прополис, да, здесь яркий вкус прополиса. Очень вкусные, то есть это, знаете, если те мармеладки я вам показывала, они больше для удовольствия, да, они несут пользу, например, биотин, да, или коллаген, то эти, они именно вот для здоровья, для иммунитета, когда ты уже понимаешь, что вот, да, надо, мне это нужно. Все, друзья, рассказала, видите, много у нас чего закончилось, чем мы пользуемся. Ну что, теперь вперед уже в новый месяц, в март. В марте будем собирать, как мне здесь говорят, новый мусор. Мама собирает. Благодарю вас за внимание. Еще раз я поздравляю вас с весной. Желаю вам красоты и, конечно же, крепкого сибирского здоровья. И знаете, что вы всегда можете мне написать, я вас проконсультирую. Если у вас нет карты клиента, то я вам ее оформлю. Она бесплатная, вы будете пользоваться, получать кэшбэк за свои покупки. А если вы хотите зарабатывать вместе с нами, с нашей суперской командой «Включатель», то тоже напишите мне, и мы с вами это обсудим. Я расскажу, как вам больше узнать про компанию и про нашу команду. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Пока-пока.